Всем привет! Сегодня я буду готовить жареную курицу, фаршированную сыром и чесноком. Это очень вкусно и просто готовится. Понадобится мне окорочка куриные, немного чеснока, берем по вкусу, примерно 100 грамм сыра твердого, немного майонеза и специй. Курицу мы помыли, немножко обсушили. Теперь очень аккуратно нам нужно снять вот эту вот кожу. Постарайтесь ее не повредить, не порезать. Нам ее нужно снять по всей поверхности, как бы чулком. И вокруг голени тоже. Лишние вот такие вот жиринки некрасивые, их можно обрезать, смотря какие окорочка у вас будут. Вот примерно так это должно выглядеть. Вот такой чулочек мы сняли и мясо оставили. Можно сразу посолить с обеих сторон и поперчить. Либо, если хотите, по своему вкусу можете добавить любые специи для курицы. Все, промазали и оставляем пока мариноваться. Занимаемся следующими ножками. Сыр натираем на терке. Чеснок выжимаем через пресс. Добавляем немножко майонеза, просто чтобы это все соединить. Либо вместо майонеза вы можете взять жирненькую сметану. Теперь в курочке мы делаем небольшие надрезы. Вот так вот, в голени, чтобы получился вот такой кармашек. Аккуратненько также постарайтесь не прорезать. Все, и фаршируем сыром. Вот один кармашек сделали. Теперь по бедру. Также делаем надрез. Вот именно по этой, по верхней мясной части. Тоже кармашек сделали и забиваем его также сыром. Все распределили. И вот этот чулок одеваем обратно на курицу. Прячем. Вот и все. Первая ножка у нас готова. Таким же образом делаем остальные окорочка. Духовку включаем заранее. Прогреваем до 180 градусов. Сверху окорочка нужно промазать майонезом, вот так слегка, чтобы получилась румяная корочка. Все, и отправляем в духовку примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь на свою духовочку и на размер окорочков. Курица готова, можно подавать к столу. Это очень вкусно, это несложно готовиться. Хоть просто на ужин, хоть на праздник. Это всегда будет хорошо смотреться на столе, это все любят и всем обычно нравится. Кстати, большая просьба, если вы любите жареную курицу, ну и вообще, если вам понравился мой рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотя бы просто да или нет. Или если у вас есть свой какой-то интересный рецепт курицы, необычный, который никто не знает, пожалуйста, тоже поделитесь. Ну и я думаю, нужно показать ее в разрезе, как она будет выглядеть. Вот такая красота. Все гости будут думать, что вы просто подаете обычную жареную курицу, а там внутри будет безумно вкусный сюрприз. Уверена, если вы сами приготовите, вам тоже все понравится. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.